На международной выставке форуме России, организованной по поручению президента страны Владимира Путина, сыграли первую свадьбу. И не простую, а между Ханты и Манси. Традиционный обряд с элементами театрализованного представления прошел на выставке в день Югры. Татьяна Бахтиярова и Виталий Рускин уже давно в отношениях. Традиционное бракосочетание в ЗАГСе провели накануне. Вместе с артистами театра Обско-Угорских народов «Солнце» показали, как невеста из числа коренных жителей Севера приходит в дом к жениху, знакомится с духами, как рождается новая семья. Как и положено, на таком торжестве не обошлось без подарков. С бракосочетанием молодоженов поздравила губернатор Наталья Комарова и подарила снегоход, который пригодится молодой семье. Чтобы следить за стадом оленей, у жениха в Югре 300 голов. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, объявил следующий год годом семьи. Вот, и я присоединяюсь ко всем нам, тем, кто думает, что это крайне важно, что это самое главное в жизни, чтобы рядом были родные и близкие люди, чтобы они были здоровы, чтобы они были удачливы. Чтобы молодые семьи, то есть они были более крепче, дружнее, то есть обряд этот специально направлен на то, чтобы, ну, как бы на крепкую семью, и различные элементы, там с сумочкой, тучанг получается, там различные тоже инструменты девушка должна с собой иметь, то есть если этого нет, то есть она шить, получается, не сможет, либо, ну, какие-то проблемы могут возникнуть. У нас избушка в лесу, мне, я уже избушку построил, свое отдельное стойбище, и поэтому вот. Будем жить на стойбище, развить оленей, заниматься традиционным, ну, сохранять свою культуру, традиции.